Поехали, поехали, давай, давай, давай. Да, уверенно. Так там вообще. А теперь на арене Passat B3. Давай, Сережа, покажи езду через болотца. Сережа занервничал и решил постоять. Да нормально. Не знаю, Саша спокойно просто проехал и все. Сережа высадил балласт. Про балласт, пожалуйста, выгляни. И спокойно проезжает через чачу. Теперь поинтересней. Юля тоже, наверное, так же уверенно возьмет эту полосу препятствий. И абсолютно спокойнее. Даже спокойнее гольфа. Она проезжает. О! Костя, ну теперь твоя очередь. Вот, ну, Костян тут подрифтил у нас, чуть-чуть подрифтил. И поехал дальше.